Друзья, вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня у нас очередной выпуск рубрики «Дальневосточный фронт», которая посвящена независимому от России дальневосточному региону, который когда-то был, между прочим, Дальневосточной республикой, и будем надеяться, что станет однажды снова таковой. С нами на связи, как всегда, Найк Недворский, действующий под этим именем в глубоком тылу противника. Найк, добрый день. День добрый. У нас сегодня будет интервью с протестующей из города, который под Хабаровском, из Комсомольска на Амуре она. Там она проводила протесты, и один из последних ее протестов был непосредственно протестом против войны. Найк, давайте немножечко несколько вводных слов вот о Надежде. Ну, я даже так начну. Для того, чтобы возникло понимание, Комсомольск на Амуре — это такой очень маленький депрессивный городок, примерно там 1200 человек, который еще на Дальнем Востоке считался всегда такой вот столицей, немножечко криминальной, то есть такой город гопников, то что называется. И в данный момент в этом городе зачищена абсолютно любая вроде бы такая вот активность, то есть там нет ни одного оппозиционного журналиста, либо хотя бы блогера. И поэтому зачастую то, что в подобных городах происходит, мы не знаем. Тем более, что вот такие люди, как Надежда, она не была и не является членом какой-то организации. Это человек, который действует просто сам по себе, исходя из своих каких-то взглядов и убеждений. И поэтому, собственно говоря, изучая вот ее пример, мы просто немножко полнее понимаем, что же на самом деле происходит в российской глубинке, в такой депрессивной, какие там люди настроения. Так вот, Надежда, на самом деле, она вышла абсолютно в первые же дни после начала войны с прямым протестом против войны. Впоследствии она, когда приняли закон, соответственно, об оскорблении там этой вот, как это там, об оскорблении армии там или что-то такого еще там, она уже вышла с лозунгом, который вроде бы был, скажем так, несколько завуалирован. То есть она в день годовщины начала войны вышла с плакатом «Простите, мы все просрали». Но вот что любопытно, как в том самом старом советском анекдоте, у полицейского ни на секунду не возникло сомнения, кто же именно все просрал. Уж мы там знаем, кто-то что просрал. И, соответственно, ее тут же обвинили именно опять-таки в оскорблении вот российской армии. И суд первой инстанции ее осудил, но суд второй инстанции все-таки вот он... скажем так, несмотря на долгие поиски, не смог как-то это все вот увязать так вот в одну. Не смог найти, и кто же все-таки все кто вот же это все-таки все просрал, да. То есть они вот искали, кто все просрал. То есть, а пытались, я так понимаю, ее под статью о дискредитации армии подвести, да? Да. Но, в общем-то, наверное, пришло понимание, что это в большей степени дискредитирует, наверное, самая вот эта полиция, потому что полиция, без всяких сомнений, тут же связала слово «просрали» именно с действиями российской армии. То есть, простите, это не мы сказали, это вы так подумали. То есть, конечно, вы так подумали не без оснований, но зачем же признавать-то так все это дело, да, открыто, соответственно. И вот суд второй инстанции все-таки отыграл это дело назад. Надежда приезжала вот на апелляцию в суд второй инстанции, но попутно, ну, потому что апелляция была в Хабаровске, соответственно, и попутно для того, чтобы зря не терять время, чтобы два раза, как говорится, в Хабаровск не ездить, она тут же еще вышла еще в один пикет, собственно говоря, против Путина. То есть там тоже все эти кадры есть. И я подчеркну, что вот вся эта история нам стала известна благодаря просто стечению случайных обстоятельств. Никто об этом не знал, никто это не фиксировал. И вот те кадры с пикета, которые там вот есть, вот интервью, которые включены, это на самом деле кадры, которые снимала сама полиция, это кадры, которые взяты из возбужденного против Надежды дела. То есть, чтобы вы понимали, насколько это все может быть незамеченным, и насколько вот только самую такую верхушку айсберга в настроениях дальневосточников мы сейчас с вами вот затрагиваем на этом примере. Ну что ж, Надежде Филимоновой слово. Недавно произошел такой интересный случай. Оказывается, что вас обвинили в дискредитации российской армии. Да, как бы меня как бы привлекали по статье 20.3.3. То есть, извините, вот кто у нас дискредитирует армию. Надежда Филимонова, домохозяйка, оказывается, вот кто нас дискредитирует в России армию, по мнению следствия. Это, да, нет, не следствие, какое следствие? Не следствие, а сотрудники полиции. По ихнему домыслу они как бы я его дискредитируют в этом. И как же они пришли к этой мысли? Ну вот они пришли к этой мысли, что я 24 февраля вышла в пикет
со словами «скорбим, простите нас, что мы страну просрали». Ну да, такое слово. Меня как бы судья спрашивает, а почему именно такое слово, почему именно просрали? Почему не высрали, не насрали, а именно просрали? Нет, а я как бы объясняю, что смотрите, если мы на это приберем, ну культурно скажем, что мы потеряли, но все то, что мы теряем, мы иногда можем найти, да, вот как бы это же, потерял и находишь, а то, что, извините, в унитаз, то уже не вернешь уже, все уже. И я как бы вот об это этом... Это такое ощущение, что некоторые пробуют. Ну, может быть, да. Нет. Привязали это к дате 24 февраля, они привязали. Типа вот, а да, что, было... 24 февраля, якобы годовщина. В этой, я говорю, в смысле, как... Годовщина что-то... чего я просто... Ну, типа, начало вот этой СВО годовщина. И это как бы вот... И это, значит, я говорю, в смысле, да, в этот день нельзя выходить. Ну, как-то вот... И... Все построено на домыслах было. Самое интересное, я же запросила экспертизу. Экспертиза дала... заключение, что слова «скорбим, простите нас, что мы страну просрали», негативной оценки армии и ее действий не несет, то есть никакой там ни дискредитации, ничего там нету. Вот. Но они все равно попытались привлечь как бы за сам факт выхода именно, что в этот день, да еще и черная шапка у меня же была. Поэтому как бы... Еще и шапка черная, просто бесчинство. Шапка черная и шарф-то черный, хотя шарф у меня был темно-синий, да. А раньше я ходила в сиреневой шапке и шарф у меня был сине-желтый. А вот сейчас вышло, значит, все, это дискредитация. А, к тому, что так, какая-то там еще группа «Весна» акцию заявила, что в этот день там люди должны куда-то выходить. Ну, то есть, как бы привязали меня к этому. Притом, а как, откуда я вообще могу знать, что кто-то там собирает какую-то акцию? То есть, надо же это тоже доказывать. Ну, а вы это вот в каком городе все происходило? В Комсомольске-на-Амуре, на площади Ленина, да, как бы это, все это происходило. То есть, они меня держали 6 часов потом это у себя там, когда составляли, как же составить так протокол, как бы это все сделать. Ну, также можно внутри своей головы прийти к выводу, что на самом деле вы таким образом скорбите там по развалу Советского Союза, да? Но почему-то мысль у него пошла именно таким образом. Означает ли это, что в вашем городе гораздо больше вероятность встретить человека, который не поддерживает войну, чем человека, который не поддерживает Советский Союз? Я не могу как бы за него не отвечать, я даже думать не хочу, что, о чем они думают, что у них в голове как бы. Я понимаю, что они как бы выполняют какую-то, наверное, злую чью-то волю. Ну и чем закончилось вот это чем дело? Закончилось, ну вот за... этот, привлекли сначала меня при это, ну, они написали протокол, что я не повиновение к ним, значит, про это в суд, а я написала в протоколе, значит, что согласно статье 31 Конституции и 29 статьи Конституции проводила одиночный пикет на площади, как бы ничьих прав не ущемляла, никого как бы не оскорбляла, никого не было, вообще я молча стояла с этим плакатом, то есть как бы все, я не нарушала закон. Вот, и они мне когда вечером привезли к дежурному судья у них даже не приняла, она сказала, ну, а за что я буду ее судить? Как бы не за что, нет доказательств, что, а он как бы, я говорю, у вас, я вообще как бы с ней, я говорю, у вас незаконные требования, статья не арестная, вы не имеете права меня задерживать, давайте мне повестку, я явлюсь к вам и будете там уже на меня писать, что хотите, или, говорю, пишите сейчас на месте эти самые, если вы считаете, что я сейчас что-то нарушаю, протокол на месте. Составляйте все как бы по закону, как по закону. Они нет, я должен, как они сформулировали, я должен вас задержать для того, чтобы решить вопрос о задержании. Вот так вот. Именно так и сформулировано. Задержать для того, чтобы решить вопрос о задержании. Вот. Не за что, а о задержании. Задержать для того, чтобы о задержании. Я пытаюсь как-то понять, что они имели в виду. Я тоже пытался, что же они там имели в виду. Как бы мне тоже это было сложно понять. Вот. Ну и как бы судья, а в суде какие-то полицейские пытались новые аргументы привести, кроме тех, вот, что мы уже проговорили? Какие-то... Какие они аргументы? Как они говорят, что вы, что люди, неограниченный круг людей могли подумать, что я дискредитирую акцию, что кто-то там подумает. Это так вот сотрудники. Это. Ну и вот, значит, давайте тогда дальше. Вот меня, значит, они увели вечером. Судья не приняла у них, они... ну. Не приняли у них, значит, они меня домой отвезли даже. Мы вас отвезем, я говорю, ну, отвезите, ладно, отвезли домой. Вот. На следующую субботу я вышла, ко мне претензий никаких не было, но через неделю они опять меня как бы задерживают, пишут уже новый протокол, тоже за этот самый неповиновение, но только дату другую. Тащат меня опять в суд. Не понял, откуда взялась другая дата? Ну, потому что сначала это 24 февраля, да? А тут они 4 марта меня задерживают,
Вот. Ну, вроде как тогда судья же не приняла у них материалы дела, чтобы судить меня. А им-то хочется, что... Что они вас задержали 4-го? А 4-го не задержали, что вот они с Александром Анатольевичем, ну, давайте пройдемте, протокол сейчас надо составить, что неправильно тут был, мы сейчас новый составим. Ну, это пойдемте новый составлять. Они составили новый по тому же событию за 24 февраля, что вот неповиновение оказалось. Мы ей говорили, надо это самое пройти, она не идет, она вот в это. В общем, на законные требования я не отреагировала, в общем. Ага, написали 24, это 4 марта, привезли в суд, судья опять у них не берет. Ага, он такой, сказала, как так, за одно событие два протокола, то есть один протокол за 24 февраля, второй протокол за 4 марта. Он мне, ну давайте вот эту дату исправим, давайте, я вот же при вас тут исправляю, исправляет 4 марта на 24 февраля исправляет. И самое интересное, сзади-то протокола, где подписан, там же остается 4 марта. Ну, в общем, и три раза у них судья не принимала документы, что у них, ну, материалы дела были, ну, там, ну, не за что было судить, и как бы, не, в конце концов, они ее уговаривают, она это, и судит, и присуждает мне 2000, ну, что я виновная, как бы, что да, что вот неповиновная. Виновна в чем, извините? 19.3 меня. Все-таки не за оскорбление армии, а только за неповиновение. Нет, это да, это вот именно неповиновение они сделали, это первое, как бы, это самое, да. Вот, все это. Оскорбление армии, это отмели обвинение или как это, вот что нет с ним? Я как бы, я долго не знала, что там происходит по вот этой, по армии. То есть 7 марта они принесли мне этот самый, что отказали мне в экспертизе. И вроде как и все, и непонятное все. А вот уже когда я съездила... А что должно было стать предметом экспертизы? Ну, именно слова вот эти, да. Вот эта фраза «скорбим, простите нас», и они решили тогда поменять формулировку. То есть они потом в протоколе уже пишут, что именно не тем, что я там стоял, что пикет, а вообще сама что я вышла в этот день, значит, в пикеты, была заявлена там группой «Весна», заявлена типа вот эта вот акция. Вроде как я, ну, поддерживаю эту акцию. Вот как-то так вот это сформулировано. Вот. Ну и суд, знаете, там очень много нарушений было, конечно, на суде. Там полное безобразие, полный сговор там. И судья, конечно, меня как бы в это, да, виновна, 30 000 штрафу. Ну вот как бы вот вчера была апелляция по этому делу, я сама писала апелляцию. Это самое 15 у меня там пунктов оснований для это самое, как бы, еще при том два я потом заявляла еще дополнительно, два основания для отмены решения. И вчера состоялась апелляция, и суд отменил. И сколько времени длились эти ваши вот приключения? Ну, с 24 февраля, и вот смотрите, сегодня как 15 августа, вот вчера это как бы мне сообщили, что отменили. Вот сколько. И вот все это время, получается, российский суд занимался тем, что выяснял вопрос, имеет ли отношение слова «мы все просрали», сказанные 24 февраля, к оскорблению российской армии. Да, я правильно? Наверное. Я не знаю, чем занимался. Я тоже за них не могу ответить. И вот вы приехали, получается, из Комсомольска в Хабаровск для того, чтобы вот, ну, защитить себя на апелляции. Да. И, так сказать, заодно вышли вот на пикет, пользуясь случаем. Вот. А как вы считаете, ну, учитывая еще ваш предыдущий плакат, а что ждет Россию в ближайшие, допустим, 3-5 лет? Вот что не могу, вот это вот точно не могу сказать, что нас ожидает. Хотелось, конечно, чтобы все было хорошо, все было спокойно, все было, чтобы честные выборы, чтобы достойного человека избрали, который вот именно, который бы дал клятву на Конституции, что он будет для народа стараться, и он бы старался для народа, а не для своих, не для своего окружения, не для вот тех, кто сидит как бы у него по левую, по правую руку. И во-первых, вот смотрите, да, в Конституции написано, недра земли принадлежат народу. А где, извините, тот кусок недра земли, который мне принадлежит? Почему? Где вот нефть, да, нефть как бы получается принадлежит народу, то есть он принадлежит мне. А где этот кусочек нефти, который, где эта бочка нефти, которая моя, которая мне, почему я в нищете оказываюсь? Почему другие люди тоже в нищете? Почему вот на Аляске, я смотрю, на Аляске там показывают, что каждый год у них там какие-то выплаты местному населению, которые там вот все, им идут, да, это хорошие дивиденды как бы. И во многих странах это есть такое. Почему у нас этого нету? Почему кто-то пользуется этим газом, нефтью, вот этими всякими природными дарами, а лес у нас как вырубает? Ну, ой, это сейчас, если идти вглубь, это просто плакать хочется, когда об этом обо всем думаешь. А что будет дальше, я не знаю. Не могу на это ответить. Я даже не могу пофантазировать на эту тему. Я не позволяю себе на эту тему фантазировать.
Спасибо за общение. Давайте послушаем, что напишут люди в комментариях на эту тему. Они напишут что-то умнее меня, и как бы все прекрасно. Всем спасибо, кто там что напишет, даже и за хорошие, и за плохие комментарии тоже спасибо.